يقول الدعوة. قال لي أحد الخريجين من الجامعة، أنا سألته وتخرجت من الجامعة، قال نعم. قلت طيب هل اشتغلت في الدعوة بعد التخرج؟ قال لا ما أستطيع. Я, говорит, спросил шейх у некоторых выпускников, которые закончили университет, исламский университет. Спросил, ты, говорит, занимаешься дава, призывом? Я, ну, говорит, нет, не занимаюсь, говорит, призывом. Лимада. Я спросил, почему? Калина дава, ты хочешь флюс. Он говорит, что, чтобы заниматься призывом, нужны деньги. А ты не флюс, я нам. Дай мне, говорит, деньги, я буду заниматься призывом. Кот тама. Я ему сказал. Мутазауич. Я спросил, женатый? Калинам. Он говорит, да. Кот тазауич, я хочу флюс. Я его спросил, а женитьба нуждается в деньгах? قال نعم. Сказал да. سبحان الله وجدت فلوس للزواج وما وجدت فلوس للدعوة. Я ему сказал, سبحان الله, говорит, ты нашел деньги, чтобы жениться, и не нашел денег, чтобы заниматься призывом. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على إيش؟ Призыв пророка صلى الله عليه وسلم. На чем держался, на чем стоял? بدون فلوس. Не было ни денег. صبر وفقر. صح. Было терпение, была бедность. إذا لو تريد تعمل الدعوة تعمل، لكن تريد تعتذر اعتذر. То есть если тот, кто хочет заниматься призывом, если хочешь заниматься призывом, занимайся призывом. Тот, кто хочет находить себе оправдание, будет находить себе оправдание. Машгул. Занят. Аулад. Дети. Вазифа. Работа, должность. А, тябан. Я устал. Ма инди ильм. У меня нет знаний. Кафир. Оправданий много.